Всем привет! У нас сегодня обзор шапок, и, как я уже говорила, у нас необычные шапки, не просто резинкой, как пестрит Инстаграм уже второй или третий сезон. У нас шапки с ранами, с косами, с ромбами, совсем с чем угодно. Вы можете поближе посмотреть, рассмотреть. Данное переплетение связано на двухфантурной вязальной машине в режиме полного ластика. Если вам интересно связать такую шапку, видео будет доступно к просмотру после того, как девочки все протестируют мой мастер-класс. Сейчас я вам покажу еще две модели. Одна из них будет таким же узором, и вторая будет уже немножечко другая. Моя самая любимая. Показываю вам еще одну шапку. Эта шапка была связана мною вчера, она еще, к сожалению, не стирана. Здесь вы можете посмотреть, здесь у меня рисунок отличается. Здесь идет центральный жгут, и между по краям его обрамляет двойной ромб. Ну, вот этот узор мне, конечно, нравится больше всего. Также можете обратить внимание на закрытую макушку, она не просто стянута, как тоже вот часто вижу. У нее немножечко другой способ закрытия петель. Цвет у нее тоже очень огненный. Кстати, эта шапка, она доступна к заказу в этом же цвете, в любом другом цвете. Если вам интересно, пишите. Также мы можем ее украсить помпоном по желанию, из чернобурки или из енота. Осталась еще одна. Ну и самый первый вариант шапки, самый последний, который я на сегодня показываю, это такая же шапка с ранами в пудровом цвете. Она слегка спущена назад. Я люблю шапки, которые по типу бини, но не совсем висит кишка. Да, вот такая вот с легким напуском. Такая шапка тоже доступна к заказу, такой цвет у меня есть в наличии. Дополнить можно по желанию бактусом, шарфом, может быть перчатками, либо варежками. Тут уже как вы захотите. Ну и естественно, помпон никто не отменял. Сейчас я вам поближе покажу узор, чтобы вы его рассмотрели. И вы уже решите, нужно вам это или не нужно. Если вы умеете вязать, конечно же, вы сможете связать с легкостью по моему видеомастер-классу себе такую же шапку. Либо какое-то другое изделие. У меня в планах, кстати, еще и джемпер. Да, я ее бью, она не бью.